Нельзя не видеть также, что западные страны используют миграционный кризис на белорусско-польской границе как новый повод для напряжения в нашем близком для нас регионе, для давления на Минск. И при этом забывают собственные обязательства в гуманитарной сфере. Давайте посмотрим, как польские силовики ведут себя сегодня на границе. Ну, не знаю, все же видите, интернет смотрите, телевидение. Ну, вот первое, что приходит в голову, ну, детей жалко просто. Ну, маленькие дети-то. Нет, поливают туда водой, слезачевым газом, гранаты бросают туда. Но ночью вдоль границы вертолеты летают, сирены включают. Да, мы знаем, мы понимаем, мы знаем, что ситуация в Беларуси, она хоть и успокоилась внутри страны, но тем не менее проблема есть. Мы это отдаем себе в этом отчет прекрасно. И, конечно, призываем к диалогу между властями и оппозицией. Но со своей стороны Россия, безусловно, продолжит линию на укрепление связи и углубление интеграционных процессов с Беларусью.